Всем здорова, с вами Забавон. Сегодня у меня для вас очень плохие новости. Мне спонсировали впервые обзор на лютый трэш. И этим лютым трэшем называется Forsaken Uprising. Высер в Стиме, вы можете сами его там нагуглить, настимить, нагобенить и пофейспалмить на скриншоты. Моя задача показать, как дела обстоят с геймплеем, и сразу скажу, это полный провал, это, наверное, преднамеренный стёб. Тем не менее, видео сделано, это или обзор, или первое впечатление, решайте сами. Да, я не показал всех возможностей, но я думаю, что после 90% просмотренного у вас не возникнет желания узнавать, что ж там какие-то микроскопические ништячки таятся, какие-то там, не знаю, неизведанные. Все, что там есть, это говно. Все, что там сделано, это говно. Приятного просмотра и берегите себя. Ни в коем случае не попадайтесь на такие трешаки. Итак, мы начинаем долбиться Forsaken Uprising. И перед нами предстоит вот такая вот подлагивающая, но более-менее годная картинка для 2003 года. Ну что ж, видим здесь полный хаос в интерфейсе, стабильные 15 FPS, и попробуем как-то пройти этот пиздец, позор выживаторов. Не знаю, это портит все честное имя Раста, Seven Days, Days, H1Z1, Starbound, Terraria, The Forest, The Stranded Deep и прочих первоклассных выживаторов. Это просто пиздец. Я хожу, я не верю своим глазам, то, что такое вообще создали. Кто это сделал? И мало того, кто это дело запихнул в Steam. Если это создали какие-то школьники на переменке, ну что ж, очень годный проект на первое время, но всерьез это в Steam пихать? Вы знаете, концепция вроде как такая неплохая. Мы ходим по жуёбищному миру, абсолютно жуёбищному, который сделан не просто на коленке, он сделан на пизде осла, и пытаемся срубить... О боже, не, я не ваномас, нет. И пытаемся срубить ресурсы, что-то построить. У нас тут есть брёвна, камни... Я так понимаю, деревья не рубятся, деревья, скажем так, статичные. О, бац, и вот уже у нас погодка поменялась. Резко меняется день, резко меняется... что это? Вроде как утро, да? Смотрите-ка, здесь есть тени в режиме реального времени. Могучие, зараза. Ну, есть. Смотрите-ка. Прямо, блядь, в режиме реального времени все это дело происходит. Теперь понятно, куда большинство ресурсов уходит. На теньки. Вот когда я смотрю на небо, на гору, у меня стабильный 25 FPS. Когда я смотрю... О, смотрите-ка, тут есть бамп-маппинг. Ну, что-то уже... уже что-то такое. Графон появился. Я честно скажу, вот такой графон для 2003 года, это просто next gen. Серьезно, next gen, реально. О боже мой, кривой медведь. Кривой медведь. Натяни меня, позязя. Это что, свинья-медведь, кто это? Давай, без звука, без всего. Что с тобой? Что с тобой, мразь? А, пожалуйста. Убей. А, еще. Вон сверху интерфейс, видите, да? Heal stamina, strange. Spawn one. Spawn one, по идее, это ноды, на которых... Ну, ноды, точки возрождения, на которых спавнится задрот. Ладно. Интерфейс перетаскивать нельзя. Ладно, разберемся с интерфейсом. Здесь, кстати, нету настроек графики. О, смотрите, как здесь сделано интересно. А, если мы поставили чек, по идее, хилдбар должен отображаться. У нас ставится чек, и он пропадает. Ёбаный в рот. Это просто гиперотрыжка.
Блять, я даже не знаю. Смотрите, а тут даже пытались какую-то текстуру наложить. Ебать копать, а. Слушайте, ребята, кто это выпустил, а? Ебогу, кто это выпустил? Ладно, черт с ним, попробуем хоть что-нибудь собрать. Что это? Клоп. Дубина. Что, дубиной можно деревья бить? Дубиной деревья бить нельзя, это не Rage of Kings. Ладно, хрен с тобой. Но здесь вот какие-то... какая-то штука. Я завис. Вот, я развис, отлично. А здесь какая-то штука похожая на печь. Ох ты ебать. Она может загораться. Охренеть. Только одного не пойму, как это все, блядь, делается. Так, и чё? Ну что ж, возродился заново. Нажал кнопочку Gang Self. И отправился на тот свет. Ну, как видим, у меня есть дубина. И у нас есть медведь на том же самом месте, на котором он был. Ладно, хрен с ним, с медведем. Давайте заценим. Ух, твою мать. Вот так вот бодренько выбежал на нас рыцарь. Уицарь. На. На тебе. На где боевка? А, да. И в итоге я его завалил дубиной. Рыцаря в доспехах. При этом хилт у меня даже не отбавился. Хорошо. Вот мы. Тут у нас серебро, кожа, хороший песок и, короче, сундучок с зернами. Ну что ж, not bad. Заходим, наконец, в эту ссаную пародию на Oblivion. О, ни хрена себе. Есть корова есть, и можно хвосты крутить. Убить ее нельзя. Да как и использовать тоже. Опять песочек, на сервер что-то новое попалось. Еще одна какая-то тканка. И опять у нас полно серебра. Серебро здесь, я так понял, позволяет что-либо купить. К этому пидору мы не пойдем. Почему они вообще агрессивно настроены? Почему они радушно не поднимают заботы? Почему они кидаются на меня? И огребают пиздюлей? Не знаю. О боже ты мой, тут теперь Ронин целый по мою душу прибежал. Ну давай тебя пить. О боже мой, наконец-то я его убил. Что же я получил? Один серебра, ой как много, ой дорогой. Можно просто праздник устроить. Это реально вода, это не небо. Там вон рябь видно. Видите, маленькая рябь. Это такая вода. А, кстати, плавать мы не умеем. Вот так вот. Выбрав спаун форм, мы попадаем... в какое-то иное измерение. Не, конечно, задумка интересная, если бы это все дело делали профессионалы, а не пидорасы, которые отрыгнули. Мир вроде как интересный, вот, реально. Мирок такой, что-то в нем есть.
по крайней мере, вот этих пустошах. Что-то такое атмосферное, но... Ядрен батон. Что здесь делает зеленая трава? Для создания топорика нам требуется 10 досок, 20 камня. У меня вопрос другой. А как вообще собрать эти ресурсы? Что с ними? Как оказалось, все очень просто. Достаточно подойти к этому чуду и стукать по нему дубинкой. Таким образом мы добудем камни. Причем, как видите, слизано с раста, и из камня добывается и металл, и сульфур, и железо, и стук по стук, стук по стук, стук по стук. О боже, сколько же. Для создания топора, оказывается, нужно вот эти вот бревна превратить в доски. Вот так вот выглядит топор. 10 FPS стабильных. Давайте будем... О, как смачно. О, со звуком, да. О, как хорошо. О, пошли дела. О, замечательно. И перед нами открывается целый мост. Королевский такой интересный мост, на который, как я понял, забраться не вариант. Это бутафория. О, вот у нас и уточка появилась. Давайте на небо взглянем, чтобы хотя бы стабильный 20 FPS получить. А то, что такое Next Gen, шо фига не тянет. Пора нам сообразить что-то такое для крафта, поэтому сделаем столик для крафта, что ли. Стены поставим прямо вот на этом месте. Найдем еще немного ресурсов. Посмотрим, как тут дела со строительством. Думаю, вроде что-то получится. Обратите внимание, у нас тут целый дракон летает. О боже мой. Вы знаете, это калька не только с Раста, но и с Rage of Kings. Хотя, по-моему, вот этот вот пипец появился раньше Rage of Kings. Ну, я думаю, то, что там тоже добавят вот эти персонажи. Наверняка этого дракона можно из лука достать. Так, ладно. Появился у нас столик для крафта. Давайте будем его размещать. Прям на дороге его херанем. Здесь, кстати, в левом углу располагается такая, как квест-создательская база. То есть у тебя есть некоторое время для того, чтобы выполнить какой-либо квест, за который тебе будет ништячок. Вот, например, вот уничтожьте 10 животных. Вот уничтожено одно из 10 животных, и мне осталось там 800 с чем-то секунд. За это дают какие-то там ништячки, которые пригодятся тебе в крафте. Слава Аллаху, здесь есть карта, которая вызывается на латинскую кнопку M. И можно хотя бы представить, где ты находишься. По карте мира видно, что здесь как бы вот эти вот зелененькие мирки. Это Ctrl-C плюс Ctrl-V. Вот что-то там такое с дорогами. Это реально подобие Раста. И справа в верхнем углу это продолжение подобия Раста. Ну это, я не знаю, это просто пиздец. Причем обратите внимание, что все вот эти вот 4 кусочка сделаны по единому шаблону. То есть скалы располагаются ровно в тех же местах, где они располагаются в каждом квадратике, в каждом одном из 4 кусочков. Висячий волк и деревянные ресурсы. Давайте попиздим волкам, что выпадет интересного. Не знаете, мне жалко модели этих животных. То, что их создали, это просто изверги. Это доктор Павлов, который эксперименты на собаках ставил, он просто няшка. По сравнению с теми пидорасами, которые загнали их в эту одильню. А что самое охеренное, здесь ресурсы добываются топором. Вроде как уже во всех поживаторах пришли к мнению и к выводу, то что все-таки ресурсы должны каждый добывать со своим инструментом. Если это ископаемое, киркой. Если это что-то с деревом связано, это вообще, так. Знаете, мне кажется, просто люди создали вот этот вот пиздец
потому что подумали, вот смотрите, у нас тут есть солнечные лучики, ради них нам все простят. И из-за них нам все простят. Зачем нам мучиться над какой-то хорошей графикой, как это делают все разработчики современных разработчиков? Переводить это на Unity 5. Вот смотрите, волк как заорал. Он был беззвучный, как мразь, а теперь загапал. Ну, видать, ночный человек, он озлобился. Так вот, зачем стремиться к хорошей графике, переходить на Unity 5? Когда можно сделать такой вот пиздец с драконом, который летает в том же самом месте, где он летал, тем же самым маршрутом, у него просто, знаете, как он, маршрутчик едет, у него один и тот же путь передвижения. Зачем мучиться? Выплюнул вот это вот пиздец и сидите долбитесь. Ведь по логике вещей вы рубитесь в Майнкрафт квадратный, а значит и в наше говно вы будете. Мне кажется, данный проект вообще делался для домохозяек, потому что здесь настолько неспешный процесс создания чего-либо, то что за это время можно сходить посрать, поспать и сделать себе чаю, чтобы проснуться от этого уныния. Ну что ж, вот появился наш абориген, как видите, он должен стоять в центре, но его сместило. Что ж, не отображается на... вот это вот дебилия надетые вещи. Ну что ж, покупка поделать? Здесь прямо вшита в сам инвентарь. Чего-то нету. Плати сотку, извини, сотку. Знаете, что самое охеренное? Самое охеренное — это то, что я никак не могу найти деревянную стену. Мне предлагают поставить сразу каменную, чё мелочиться, мол, твою разберут. Черт возьми, я хочу реализм, я хочу начинать как бомж, а потом уже строить как истинный рыцарь из камня. Почему нельзя как в Rage of Kings? Наверное, потому что он вышел позже, это нормальный выживатор, в отличие от этого куска говна. Нам сразу предлагают захерачить еще и каменную основу вместо деревянной. Что ж, мастера каменоломни вперед. Кстати, объекты здесь можно спокойно проходить. Посмотрите, как будто сопли расплескали. О как. Так мило. Здесь есть загон для овечек. И ферма. Ну что ж, отпустили меня очередные лаги. Давайте-ка вот тут вот поставим. Ну, что ты не хочешь, сучка? О, отлично, у нас есть основа. Из более-менее четких сжатых текстур. И хренового дерева. Ставим. О, посмотрите! Посмотрите, какая у нас поставилась опора. Ядрёный батон. Да это же целая миниатюрная обзорная башня у нас вместо пиларов. Вот это да. Охренеть, это прям честь. Не знаю, буду смотреть. Дергать. О! Смотрите, что получилось. Миниатюрная крепость. Вы знаете, в принципе, это достаточно хороший получился дом для достаточно такого ебичного проекта. Какой проект, такой дом. Вот этот дом может выразить весь этот проект целиком. А знаете, какой тут звук самоубийства? Обратите внимание на листву. Вот даже на всей листве текстуры четче, чем сопливые текстуры. Нет, я не ваномас. Тому, кто озвучивал, дали 1 копейку за озвучку. Так, попробуем искупаться. Второй раз, может быть, там. Я забыл, мы Томми Версетти. Мне вообще, знаете, кажется, то, что здесь никто ничего не делал сам. Это все модуль пак из магазина Unity, который был вставлен сюда. Вот и все. Никто не морочился. И наверняка и карту никто не делал. Просто это какой-нибудь муляж, заготовка. О. Ты хочешь похудеть?
По идее, вот такие высоченные горы должны означать границу карты, то есть дальше нельзя, но... Как вы знаете, создатель этой блевотины не имеет логики, поэтому здесь вот раз и уже... Следующий мы нарисовали с какой-то пустоши. И знаете, даже здесь как-то за счет деревьев и вот этой вот композиции из подсвечивающихся зданий может показаться то, что на самом деле неплохо. Но это обман, не дайте себя запутать. Да, вроде неплохое такое фантастическое небо. Может быть, потянуло в каком-нибудь низшем проекте, но только не в таком. У нас господин скелет, из которого вылетает кровь. Интересно, а откуда у него там кровь, если он сделан из костей? При этом падает, тут из него даже совсем не костно. Я бессмертный. Представляете, да? О, это достойно порнофильма, ребята, смотрите, там у него щель. Слушай, дорогой, давай поближе познакомимся. А, он пропал, видите, никто меня не хочет. Боже мой, что это? Япона, мать, а вот это уже повеселее. Короче, здесь стоят сундуки, которые пустые. В них ничего нету. А? Та-та-та. Знаете, мне кажется, они танцуют. Они танцуют, и на самом деле это не монстры. Это разработчики этого говна. Вот именно так они выглядят. Именно так они себя ведут. Именно эти существа сделали этот пиздец, чтобы... Было не скучно в своем мире. Ладно, все, отвали, ублюдок. У меня тут волчара. Вы знаете, я, наверное, слишком испорчен, но его хвост, он такой вот солидный. Я выполнил свою задачу, я сделал обзор. Всем спасибо. Если вы купите, вы просто должны оторвать себе голову. Лучше возьмите себе Rising World. Отличная штука в Стиме, наподобие Кубача, тоже на Unity, но она реально клевая. И там очень много позитивных отзывов и очень довольно-таки много задротов. Поэтому между вот этим говном и Rising World выбирайте Rising World. Это бро, а вот это вот не бро. Всем спасибо, был Забавон, успехов!